Ну вот исчезла дрожь в руках. Теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх. Навек, навек. Для остановки нет причин. Иду, скользя. И в мире нет таких вершин, что взять нельзя. В настоящее время в рамках реализации проекта создания системы сопровождения массового многоуровневого обучения создается два новых курса. Основы квантовой механики и главы квантовой электродинамики и квантовая микрофизика практически без формул, но с умом. Хочется предупредить тех, кто пытается найти легкие пути физики. Курс квантовой микрофизики почти без формул практически бесполезен для тех, кто до этого не освоит курс основ квантовой механики и введения в квантовую электродинамику. Смысленно пытаться ходить по горам в обуви, предназначенной для бальных танцев. Напротив, для тех, кто освоит достаточно сильно математизированный курс квантовой механики и квантовой электродинамики, попытка обсуждения сложных ранее вопросов без широкого использования Итак, математического аппарата может оказаться полезной. Ну, это хорошее место, чтобы сказать, что это еще не вся вершина, откуда мы только что спустились. Вот там живет релятивистская квантово-механическая описание. И туда еще карабкаться достаточно долго. А пока с тем багажом, который у нас есть, мы по спокойной равнинке поговорим о том, как устроена водорода, как устроены спектры, молекулы водорода и так далее. Оставайтесь с нами.